Сотрудники крупных предприятий Кировского района вновь возьмутся за грабли и лопаты. Уже традиционно они помогают убирать городские парки и скверы во время месячника по благоустройству. Этот год не исключение. Глава Кировского района Игорь Рудаков попросил руководителей предприятий не ограничиваться одним лишь общегородским субботником, а выйти на свой участок несколько раз. Промышленники идею готовы поддержать. Наша гражданская позиция – это любовь к тому городу, где мы работаем. И нам приятно выходить на чистые улицы, гулять со своими детьми в чистых парках. Поэтому мы в прошлом году присоединились к субботнику в Кировском районе и убирали парк на пересечении улицы Елизарова и Победы. Особое внимание на грядущем месячнике уделят улице Старозагора, которая в этом году отмечает свой полувековой юбилей. Власти района планируют привести в порядок тротуары и газоны от проспекта Кирова до Алма-Атинской. Здесь зазеленеют новые деревья, какие решат сами жители. Кроме того, разберутся и с незаконной рекламой и ларьками, портящими вид улицы. У нас на данном участке 9 объектов, которые не имеют разрешения на установку и торговлю, соответственно. Из них 2 уже добровольно были демонтированы собственниками, осталось 7 объектов. Впрочем, и этим осталось недолго. Убрать их обещают до начала празднования юбилея улицы. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.